Я включаю запись, чтобы не промахнуться с этим делом. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Ну, значит, я просто вот приношу извинения еще раз по поводу прошлого вебинара. Он не состоялся, но, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Сегодня есть много чего вам рассказать. Я надеюсь, конечно, есть новости, которые уже Сибиряков озвучил вчера, кто его слушал. У нас на чате там проскочила информация. Поэтому я постараюсь дать какие-то свои определенные комментарии и кое-что, чего еще, я надеюсь, нигде не сказано, еще до вас довести. Сегодня донести в рамках вот нашего организационно-правового вебинара, поделиться с вами определенными мыслями. Вот. Главный тезис, который я хочу до вас донести, это, дорогие друзья, процесс развивается. Причем, на мой взгляд, развивается даже лучше, чем можно было бы, как бы, ну, со стороны или издалека предполагать. Есть различные нюансы, есть сбои, но они всегда происходят в производственном процессе. Вот наша задача сейчас не разбирать какие-то анализы делать, а подводить черту и говорить о том, как идти дальше, как мы идем дальше, что нас ожидает. Жить именно здесь и сейчас, но в перспективе, видя, куда мы идем. Поэтому, значит, могу сказать следующее. Совещание, которое у нас прошло у, скажем, дирекции или правления Skyway Capital и у головной компании, то есть это наш общий совет, мы сначала предполагали, и на это выделялось нами, ну, всеми, в первую очередь Анатолий Дарычем, до полутора часов. Обычно так идут совещания. Но поскольку в этот раз нам удалось собраться все в Минске, то совещание продлилось чуть больше 3 часов. Причем абсолютно было что разобрать. Первый основной вопрос, это был вопрос наша стратегия до конца этого года и на предстоящий период корректировки. Это очень важно, получать эти корректировки, зная, каково видение, как визионирует этот процесс генеральный конструктор, автор идеи, вдохновитель всего этого проекта Анатолий Эдуардович Юницкий. Это было очень важно, и этот процесс прошел очень конструктивно. В процессе обсуждения, значит, вышли на тему, что, а вот там, оказывается, Анатолию Эдуардовичу завтра, это было 13-го, 14-го, надо предстать перед Высоким Советом Академии Наук Белоруссии в преддверии того, что там различные процессы идут. Об этом уже было сказано, что в какое-то время принято уже решение высшим руководством Белоруссии, что президент этого государства решил обязательно посетить экотехнопарк. Когда это произойдет, мы об этом услышим. Вот. Но идет подготовительный процесс, ну и посчитали, что неплохо, хотя до этого эксперты неоднократно бывали в экотехнопарке, но знаете, люди всегда защищаются, ну и решили выдернуть генерального конструктора пред высокие очи академического состава ученых республики, там различных там чиновников, вот, и типа того, что его пощипать. Оказывается, процесс прошел настолько хорошо и качественно, что многие, кто хотели, разобрались и были удивлены, что они этого доселе не знали. Кто-то там утерся и получил, мягко выражаясь, мухобойкой по губам, чтобы глупости не говорили. Вот. Потому что, ну, естественно, Анатолий Дардыч, значит, он, ну, он живет этим проектом. И, скажем так, любую деталь может изложить на, как он говорит, на 5 языках, а то и более. На техническом, технологическом, на формулах, на, значит, сопромате, все равно, какой нужен, пожалуйста, я вам изложу детали и нюансы этого дела. Сейчас, извиняюсь, я быстро выключу здесь Skype, а то он тут вякает у нас на фоне. Прошу прощения. Вот. И поэтому этот процесс как бы продолжается. Прошел очень положительно, и я считаю необходимым это тоже вот сегодня как-то здесь отметить. Значит,
Такая информация, она, скорее всего, проскочила уже и вчера. Я просто прокомментирую то, что, и, может быть, было сказано, как мне сказали сибиряком, что 100% будет движение. Да, я немножко более сдержанный, более, как бы, реальный человек, поэтому Анатолий Эдуардович, да, он сказал, что вероятность очень высока, что мы все-таки, он нашел, он придумал, вернее, вариант, как обойти все ограничения и показать, и все-таки, ну, как бы в движении это все дело представить, но издалека это, может быть, все, всем удастся увидеть, как двигаются те транспортные средства, которые сейчас там на структуре стоят. Для этого надо еще подготовительные работы провести, но я надеюсь, и вся группа компаний тоже, они уверены, что удастся настолько подготовиться, чтобы вот эти ограничения преодолеть. Вот, это тоже такая информация для нас очень важная. Теперь, может быть, пару слов о суде в Литве. Значит, да, суд выигран на этом этапе, но надо себе очень реально представлять, что иллюзии не надо строить. Еще, по моим подсчетам, до 30 июня у другой стороны, а другая сторона – это криминальная полиция. Так получилось, что это криминальная полиция Литвы, вот, которая взяла на себя грех начинать процесс против Юницкого в Литве. Вот, имеет право апелляционно, ну, апелляции, значит, на решение суда этой инстанции. Но вероятность, как говорят специалисты, ну, минимальная, что они вообще за это возьмутся. Во-первых, у них денег нету, а каждый процесс станет для них еще дороже. Вот, и их никто потом по головке не погладит, если они тупо просто начнут этот процесс заново другой инстанции раскручивать. Поэтому уже, значит, где-то проскочила информация, если я не ошибаюсь, что все деньги, которые были заморожены, вернуты. Нет, их нельзя сразу вернуть. Они возвращаются по частям, вот, и уже определенная часть, определенная, это большая сумма, определенная часть вернулась. Причем, как Анатолий даже сказал, что тут есть даже свои положительные моменты, потому что те средства, которые были заморожены по курсу 2014 года, фактически сегодня, получив эти деньги, можно сказать, что там хороший процент прирост в сумме. Вот, потому что были в литах заморожены, а получены сейчас будут в евро. Литов нет больше как таковой валюты, понятно, да? Вот, за счет этого сейчас очень выгодно. Он был тогда зафиксированный, и возвращать должны, сейчас уже возвращают в евро. Поэтому здесь, как говорится, нет худа без, нет добра без худа, и наоборот. Таким образом, этот процесс идет, и, в принципе, мы уже к Экофесту будем полностью знать. А после этого, естественно, и это абсолютно реально, что надо будет продолжить процесс, и, скажем так, и здесь даже я, ваш покорный слуга, потираю, сижу руки, что и я смогу в Эстонии поднять голос и сказать, что и меня здесь заодно очернили в прессе в 2015 году, когда обозвали как приспешника и, значит, человека, который связался с аферистом Юницким. Так прямо в газете было написано. Вот бывший вице-мэр города Таллина, связался там и так далее, и так далее. Поэтому, как говорится, мы здесь еще по этому поводу. Это не является целью, но на ногу мы кое-кому наступим. Поэтому процесс таким образом идет дальше. Еще такой очень важный и существенный момент, на мой взгляд, который нам, кто мы являемся в какой-то степени, ну, я приписываю тех, кто у нас здесь сейчас присутствует из числа участников чата «Целевые проекты», то, что принято решение, и процесс уже идет таким образом, что выстраивается собственное производство. Такое решение было, но это производство должно было вырасти несколько позже. Жизнь заставила создавать производство металлоконструкций, путевых структур самим. Я не буду вдаваться в подробности,
жизнь такова, что сегодня просто так взять со стороны какого-то подрядчика и надеяться, что он выполнит досконально всю задачу, которую ты перед ним ставишь, весь заказ, себе дороже, к сожалению. Вот, и есть уже на то примеры. И поэтому, естественно, что в дальнейшем можно только идти через то, что откроется, проработается так, как и мотор-колесо, так и производство путевых структур металлоконструкций, там разных других элементов, электропроводных элементов и прочих, только через собственное производство. В собственном производстве это будет отработано, оно сначала будет называться экспериментально, оно будет отработано, после этого можно будет тиражировать, это называется на международном языке франшизой, тиражировать эти производства, передавать уже будущим подрядчикам, которые смогут квалифицироваться под выполнение этих задач, и тогда можно надеяться, что те путевые структуры, которые будут там в Индии, где-то еще устанавливаться, они будут изначально уже соответствовать тем требованиям. Потому что надо же понимать сегодня, что та металлоконструкция, которая поставлена будет в путевую структуру уже, ну, скажем так, в поле, условно говоря, или в городе, ее с ней больше уже ничего нельзя делать. Она должна быть такая, что ее, как знаете, как лего вставляешь в общую конструкцию, и картина складывается. Там уже ничего не подпилить, не подточить, не подкрасить нельзя. Она должна быть в таком состоянии, что она просто вставляется как модуль и идет дальше. Отработано. Я просто был удивлен, когда я задал вопрос Анатолию Дарычу. Отработано уже первые все, как бы сказать, операции наполнения пластическим бетоном транспортных вот этих рельс. И те ответы, которые я получил, я небольшой специалист, но тем не менее, они меня полностью убедили, что системно все продумано, все проработано, и, скажем так, технология описана даже, то есть расписана полностью по всем пунктам. Потому что все операции прошли удачно, успешно, вот, и можно производить. Потому что там одна тема, почему это, ну, так подробнее знаю, потому что одна тема была такая, что есть Прибалтике и страны Скандинавии представительство одной компании, когда выяснилось, это американская компания, которая осуществляет и выпускает, у них есть очень хорошее качество пластического бетона, есть технологии, вот, они были заинтересованы в сотрудничестве, но вот Анатолий Дарыч сказал, что вы знаете, связываться сейчас на начальном этапе в любом случае не будем, мы уже имеем свою технологию. Вопрос только в том, значит, как производство наладить от экспериментального производства, перейти потом к массовому производству в зависимости от предстоящих задач. Вот, поэтому это очень важный тоже элемент. Теперь очень важной информацией является и то, для меня, по крайней мере, которую я зафиксировал, что буквально, по-моему, еще даже до Экофеста, если я не ошибаюсь, было сказано, что Анатолий Эдуардович вылетает в Санкт-Петербург, и там в аэродинамической трубе будет продувка, значит, уже модели 1 к 5, на размерах 1 к 5, это очень большая модель 1 к 5, то есть, скажем так, это, ну, скажем, 5, да, это очень большая модель Юнибуса в аэродинамической трубе, причем на этой модели присутствуют уже все основные элементы, которые, ну, должны быть и на основном уже производственном образце или производственном варианте. Щели, двери должны открываться, закрываться там. Если там есть какие-то выпуклости или вогнутости, они должны там присутствовать. То есть все, что может как-то повлиять на испытания, должно уже там быть, ну, как бы иметься. Вот. И тогда наиболее реальные результаты будут получены, зафиксированы актом. То есть это тоже очень такой важный момент. Вот. Теперь такой еще вопрос, который поднимался, а что будет с выкупом? Значит, это непростой вопрос, дорогие друзья, мы о нем сегодня немножко поговорим, вот, чтобы понимать, что это такое. Но было сказано, что имеется три фонда, которыми можно говорить дальше. Фонды готовы вложить свои средства. Вопрос только в том, как понимать процесс
обратного выкупа акций. И я об этом несколько позже вам скажу. Вот здесь есть варианты. Вот, и мое мнение, я выскажу вам свое мнение. Если у кого-то будет свое мнение, пожалуйста, высказывайте его в чате, я имею в виду. Вот, компания Евразиан Рейл Скайвей Системс Холдинг 2 или Евразиан Рейл Скайвей Системс Холдинг вполне сами могли бы справиться. Да, это требует дополнительных людей, могли бы справиться, эту прибыль получить себе, а не отдать какому-то фонду. Это мое мнение. Вот. Причем следующее, что очень важно, скорее всего, что-то где-то вот в какой-то момент будет, но здесь есть целый ряд критериев, по которым надо будет как бы судить, или вернее оценивать, готова ли ситуация к тому, чтобы произвести обратный выкуп. Оказывается, опрос показал, что выборочный, скрытый опрос, поймите меня правильно, не спрашивали: слушай, Иванов, ты хочешь сдать свои акции? А так называемый статистический анализ показал, что, скажем, количество тех вторично или отдаваемых в оборот акций будет очень небольшое, менее 1%, менее 1% от, там, по-моему, где-то было 0, чуть больше по 0,5%. От всех выданных на залог акций. Это потенциально, ну, как бы ожидаемый возврат, причем не сразу, а в течение какого-то периода, там даже еще меньше этот процент был, там несколько методик есть этого расчета. То есть это тоже, как бы, если приспичит, если кому-то сильно нужно будет, компании это не сильно нужно пока. Но в какой-то момент компания будет заинтересована уже вводить в оборот, вторичный оборот акций, и тогда ей будет выгодно это делать или самой, или нанять кого-то это делать. Об этом мы чуть позже поговорим. Еще такая важная информация, дорогие друзья, я ее посчитал важной, что сейчас уже в КБ работает 320 человек, конструкторов, и этого количества не хватает. По бизнес-плану должно было бы быть уже около 500 человек. Вы представляете, какая там, ну, как бы, масса людей. Причем такой показатель, как текучесть кадров, он, с одной стороны, когда мы говорим об производстве, сложившемся производстве, этот показатель, чем он выше, тем он хуже. Тем хуже. Говорит о том, что компания не обеспечивает чего-то, да? Когда идет инновационная разработка чего-то, это говорит о том, что формируется так называемый качественный персонал. Процент достаточно высокий, он более 20, около 20% текучий за год было. И, в принципе, генеральный конструктор, там, я потом потрогал за пуговицу заведующего отдела одного, спросил, как вы? Он говорит, да, фактически процесс идет таким образом, что вот мы за последние полгода очень улучшили качество персонала. Вот отсюда и текучесть. То есть те, кто чувствует, что они не вписываются, что они не понимают, они не радеют за этот проект, они просто или уходят, или их уходят. И это показатель хороший такой, в принципе. Да, идейный, правильно, а не сидеть в офисе, там не выполнять, ждать, смотреть в рот, отсюда до сюда сделай. Не творческие люди, они, да, есть какие-то операции, которые нужно просто делать, качественно, надежно делать. Эти люди тоже нужны, но большинство людей нужны с очень творческим, как бы, потенциалом. И возникает уже вопрос, что если расширять производство, хватит ли людей в Беларуси? И уже начало звучать, что, скорее всего, надо будет уже привлекать людей и за пределов Беларуси. И сразу выясняется, Анатолий даже говорит, что у нас уже люди есть, кто из Москвы работают, кто работает там в прибалтийских бывших республик или теперь государств и так далее. Рассрочки уберут, не уберут рассрочек до Экофеста, дорогие друзья, не волнуйтесь, значит, стройте свою стратегию и тактику очень, как бы, задумчиво. Ведь смотрите, дорогие друзья, вот к вопросу, значит, Татьяна из Сибири, до Экофеста. Как вот я воспринимаю сейчас это дело, смотрите, что, где мы сейчас находимся. Ведь у нас своеобразная... Что такое? Алло?
Так, меня слышно? Да, спасибо. А то у меня картинка убралась, я ничего не делал на экране, у меня компьютер начинает экономить. Спасибо, спасибо, друзья. Что происходит? Смотрите, ведь сейчас большинство инвесторов, ведь у нас люди, мы не традиционная сеть, как в сети, да? Целый ряд людей, по всей вероятности, уже стали миллионерами. Ну, как думает человек? Он говорит, ну, я уже миллион набрал, мне вот так этого хватит. Кто-то набрал 5 миллионов, говорит, ну, я уже вообще страшный миллионер. Кто-то 10 миллионов. И уже у них наступила зона комфорта. То есть им удобно, выгодно считать себя людьми в достатке и так далее. Ну, а смотрите, что происходит. Ты-то сам достиг определенного уровня. Да, ты оставишь это там кому-то там, внукам, там, детям, там, сам будешь жить хорошо, все правильно. Но теперь-то надо еще подумать, а есть ли у тебя ресурс? Многих людей задевает то, в каком экологическом состоянии мы сейчас живем, что происходит вообще в государстве. И мы сегодня начинаем понимать, что этот проект, ведь не случайно говорится, строй SkyWay, спасай, сначала мы говорили Россию, теперь мы говорим спасай планету. Почему спасать? Не только потому, что Транснет придет, не только потому, что мы вводим абсолютно новый вид транспорта. Мы параллельно вводим и новое мышление. И вот об этом тоже Анатолий Эдуардович говорил, я просто восхищаюсь, значит, это не потому, что там он там генеральный, просто я восхищаюсь как человеком, который умеет думать об этом. Он показал документ. Кто знает, кто бывал у него на его сайте Юницкий, там есть в документах есть работа, она называется «Экомир», в 1988 году выполненная работа под руководством Анатолия Эдуардовича Юницкого. «Экомир». И там есть целый ряд так называемых, значит, прогнозов, о которых, ну, просто невозможно было знать. А это уже произошло. Например, что в первом десятилетии 21 века мир будет полностью переведен на электронные деньги. 1988 год. Начинается развал или идет уже так перестроечный, предперестрелочный период. Вот, а о каких-то там электронных карточках вообще разговора не могло быть. Да, в мире как-то там пользовались, естественно. Вот, но то, что настолько это будет, никто даже тогда, ну, еще сильно не прогнозировал. То есть много таких, а плюс еще то, что экологический мир надо, мышление надо перестраивать. И об этом там тоже было сказано, как это можно делать, но это рассматривалось с позиции модели социалистического общества, которое кануло в лету. Мы живем ныне в глобальном мировом пространстве, поэтому здесь есть над чем думать. И я возвращаюсь обратно к тому тезису, какой я, значит, озвучил, что, смотрите, очень важно выйти из зоны комфорта. Не важно, сколько там у тебя. Если ты для себя поставил предел, что у тебя там миллион акций, там, или еще сколько-то ты хочешь иметь портфель, но теперь возьми, знаете, вот так называемую как бы десятину. Готов ли ты теперь взять десятину и инвестировать? Не просто отдать, а инвестировать. Обратно тоже получить, но инвестировать в позиции эко-баланса, восстановления эко-баланса и так далее. Для этого тоже есть что делать в проекте SkyWay. Поэтому скажу прямо, что есть уже сейчас, сегодня задачи, которые будут осуществляться за счет так называемых предоплат, предфинансирования, авансовых оплат индийского проекта, в экотехнопарке в бизнес-плане этого не было. Но сегодня мы уже знаем, что предполагается осуществить строительство еще двух трасс. Вы знаете, посмотрите на схеме, сколько там трасс, еще двух трасс, которые не предусматривались. Они возникли в процессе предпроектных исследований тех работ, которые надо в Индии произвести. И выяснилось, что экотехнопарк, который будет строиться в Индии, он как бы опаздывает, он не успеет развиться до того момента, когда уже результаты испытания этих двух линий, двух качеств будут произведены быть и определенные сертификации предварительно осуществлены.
Просто могу сказать, что одна линия, это так называемая линия, где должно быть, она должна работать под уклоном 30%, 30-процентным уклоном. Обычно на обычных транспортных структурах такого нет. Ни железная дорога, ни трамвай не ходит, ни автодороги практически под таким уклоном не осуществляются. Даже автодороги очень редко под таким уклоном. Их обычно как-то иначе разряжают, чтобы один основной уклон был бы менее 30%, 30 градусов, извиняюсь. Вот. Поэтому это очень важный момент. Но это придает качество и этому экотехнопарку. На нем еще это можно делать. Теперь очень четко проведена калькуляция. Не моя задача, и я не уполномочен ее озвучивать, но могу вам сказать, как партнерам, коллегам, там, соинвесторам, значит, что проведена калькуляция, и сегодня уже четко известно, сколько нужно еще средств для того, чтобы завершить в этом году все работы, связанные с высокоскоростной трассой в экотехнопарке. Она там получается со всеми разворотами и дополнительными, значит, так называемыми карманами, разрешительными карманами и так далее, всего 22 километра. Основная трасса там 16 километров, плюс разворот, плюс там дополнительные, что сегодня выяснилось, что должно быть. Об этом еще в 2014 году даже не могли знать, когда бизнес-план составляли. Вот. Все это будет 22-23 километра. Вот. И плюс выяснилось, что должно быть, сколько должно быть юнибусов, должны быть полностью структуры всех станций, которые будут применяться на высокоскоростных линиях. Это концевые или кольцевые станции, промежуточные станции, сколько типов будет, столько типов и надо будет сделать на этой трассе и так далее. То есть это работы, которые, ну, очень немаленькие работы и суммы. Но, как Анатолий Дарьевич сказал, что все укладывается в те суммы, которые были запланированы бизнес-планом. И это радует, кстати. Так, тут есть, как вы думаете, рассрочку, так, есть, зачем введен лимит на пополнение баланса? Татьяна, Сибирь родная. Дело в том, что не введен этот лимит. Это лимит вводят банки, понимаете? И у банков там есть свои заморочки. Здесь я могу вам сказать так, что компания Capital вместе с РСВ, сейчас мы работаем над тем, чтобы полностью как бы исключить вот такие вот, такую дурь, которую нам навязывают банки. Есть видение, но это все занимает время. Теперь, и это является аргументом, кстати, к тому, что для тех, кто задает вопросы, а что будет после 10 этапа, а что будет после 15 этапа, а что будет в будущем? Все будет, понимаете? Выстраивается система не на один день. Вот мне нравится высказывание Ирины Волковой, она говорит, мы работаем на предстоящие 100 лет, дорогие друзья, вот. И я подписываюсь под этим тоже. То есть мне нравится это высказывание. Я вам тоже так же говорю, что впереди еще нашим внукам, нашим правнукам работы хватит. Мы наворочаем столько, будьте уверены. И ни 10-м, ни 15-м никаким этапом процесс не закончится. Все еще только впереди. Вот, значит, теперь вот и все основное, что это были новости, дорогие друзья, полчаса. Представляете? Так, будет, как вы думаете, будет ли продолжен дисконт для старичков? Конечно, будет. Будет продолжен. Анатолий Эдуардович свои, как бы, обещания выдерживает, потому что тут были разные соображения. Он сказал, дорогие друзья, в 2015 году, когда мы дисконт 2015 года вводили, конец декабрь месяц, то был обещание, и оно выполняется. Самое главное, правильно сейчас планировать свои возможности инвестировать, дорогие друзья. Итак, есть вопросы сейчас по тому, что я вам рассказал? Пока нет. Идем дальше. Вот, видите, что еще я увидел. Смотрите, значит, сейчас я возьму стрелку и буду гонять белку по рисунку. Вот, уже экотехнопарк, если кто видит территорию, тут по дороге трудно определить, но тем не менее, поверьте на слово, там стоит фрагмент путевой структуры, которая была в озерах,
и тот ЗИЛ, который Евгений Кудряшов, директор, генеральный директор Skyway Capital, нашел в России и обеспечил его доставку в Беларусь. Вот. Он поставлен, он обновлен, стоит на железных колесах. Кто приедет в экотехнопарк, увидит и сможет там около него фотографироваться. Готовимся через 10-й этап эко. Как понимать, готовимся к 15-му этапу через 10-й этап. А что вы думаете, между 15-м и 9-м, 10-м этапом, вернее, 10-й этап он является между 9-м и 15-м? Это к чему? Вы зацепили за интересный момент. Дело в том, что, вы знаете, посыпаться после 10-го, это я не пугаю, не, значит, поймите меня правильно, что есть целый ряд раскладов, которые не моя компетенция раскладывать их здесь, да, а просто мы прогнозируем, что может пойти такой мощный шквал инвестиций, что ну, не будет просто возможности. То есть мне, мелкому инвестору, или тебе, мелкому инвестору, кто ты там задаешь вопрос, или кто вы там задаете вопрос, уже просто ну, не хватит ни времени, ни проще отдать там под инвестицию там миллион, а сейчас таких инвестиций много, и вчера вон там, или когда тут Сибиряков об этом говорил, вот, очень много таких инвесторов, которые сейчас оформляют, потому что оказывается не так просто и миллион привнести, его еще надо из банка вывести и в другой банк перевести, вот, казалось бы, мой миллион, тем не менее. Поэтому этот процесс может пойти достаточно интенсивно. Фонды торгуются, эти три фонда, они сегодня торгуются. Дайте нам, дайте нам, дайте нам, мы сами начнем. Ну, это же понятно. Юницкий говорит, посмотрите, надо тогда определенные изменения в устав вносить, да, дополнение, скажем так. И поэтому это не совсем правильно, дать кому-то, значит, наживаться одному, а не давать возможность здесь продолжать принимать инвестиции от инвестора. Но есть глобальные инвесторы, которые вполне могут вложить сотнями миллионов, и тогда, естественно, после 10-го будет сразу 15-й этап. 11-й, 12-й, 13-й, 14-й могут проскочить, понимаете, да? И где-то в сентябре месяце мы торжественно все это дело закроем, например. Поэтому, дорогие друзья, правильно планируйте свою стратегию и тактику. Огромное, мы были одними из первых до тех пор, все благодарим партнеров за это, берут так пакеты и не один. Это огромная помощь в движении вперед. Конечно, пополнение ваших кэш через банк идет 7 июня, еще не пришел. Да, там до 10-12 дней может идти, к сожалению. Да, да, Светлана, есть такое. Как вы на том году будет закрыт вход в Кореневую? В этом, я думаю, что да. Ну, по-всякому можно думать. Я думаю, что будет закрыт в этом году. Есть вариант, по моему мнению, есть вариант, что, скажем так, может быть, останется вход в корневую компанию, но уже за счет простых акций JTI частично. Такое может быть, потому что иссякнуть может лимит привилегированных, вернее, скажем так, за счет, правильно сказать так, вход в корневую компанию за счет Евразия Real Estate Systems Holding и Евразия Real Estate Systems Holding 2, а вы знаете, что этими двумя компаниями практически исчерпано количество привилегированных акций. Вот. Там есть разные решения, но не моя задача здесь на кофейной гуще гадать. Варианты есть разные. И если потребует того ситуация, то, скажем, пиковой или тупиковой ситуации нет, положения такого нет, решение на столе есть, как это сделать. Фонда вполне достаточно у Global Transport Investment. Мы об этом на одном из вебинаров говорили, кто не помнит, просто сейчас общее, ну как бы обособленно скажу, что есть такая возможность, и даже можно там кое-что сделать, можно имитировать или, скажем, изменить обычные акции, дополнить привилегированный, но, пардон, это не совсем интересно тем, кто мы сегодня, это неправильно будет, вы понимаете, да? Мы сегодня инвестировали, зная, что фонд
привилегированных акций 133 миллиарда. Понятно, да? И вдруг, вот представьте себе, и вдруг завтра кто-то говорит, что «О, мы еще привилегированные акции добавили». Зачем разводить воду? Нет, это неправильно. Поэтому, скорее всего, можно будет в головную компанию войти, но за счет акционирования акций, допустим, простых акций. Какую-то выделить тоже в какую-то третью компанию, например, и кто хочет, начинает дальше оттуда инвестировать. Но это другая история, другая стратегия, другая тактика. Поэтому об этом несколько позже, когда это будет реально. Сегодня вот я ответил так, как ответил. Адресные проекты. Уже запущен не на Поютного. Уже запущены адресные проекты. Они идут. Значит, смотрите, адресные проекты, они идут в Индии, они идут тот же самый, ведь адресный проект Экотехнопарк, это что же адресный проект? Производство. Это адресный проект. Но они пока идут в рамках именно инвестиций за счет или за в залог которых идут акции корневой компании. Вот здесь такой слайд есть, я хочу вам показать, что работает Анатолий Эдуардович, не компания, Анатолий Эдуардович работает за счет своих средств над гумусной технологией Unisoil, это так называемый природный, органический, полуфункциональный почвоулучшитель, коробка с так называемым гумусным активатором. Вот. И это не утопия, то, о чем кто-то где-то когда-то назвал. Это все там в Абу-Даби, в Арабских Эмиратах, там за счет чего, там как там можно вообще эту пустыню оживлять. Можно. Это вполне реальная вещь. Работы очень большие проведены. Вот вопрос только стоит на том, что лабораторные первичные все вот эти работы показали, что это абсолютно реальный работающий продукт. Нет, это не биобактерия, это среда определенная, которая позволяет при внесении в почву, меняет ее качество и делает ее плодородной, если так можно сказать. Биогумус это несколько другое. Биогумус, дорогие друзья, это, ну, не будем, это не тема нашего разговора сейчас. Рафаил, с кем можно связаться по поводу адресного проекта в области и биогумуса, или это секрет фирмы? Нет, по этому проекту Анатолий Эдуардович ни с кем не связывается, это продукт компании, вот, это не химия, нет, Татьяна Сибирь, это не химия, это чистейшая биохимия, скажем так. Вот, и органика здесь, скорее всего, работает. Ну, секретов я не знаю. Не будем предполагать здесь. Если кого интересует этот проект, можете обратиться ко мне, Рафаил. Вот, потому что тут есть свои соображения. Мы это делаем уже в Эстонии тоже отдельно. Вот, для сравнения, вот будем результаты сравнивать. Тут у нас есть несколько расхождений с Анатолием Эдуардовичем в этих вопросах. Со мной, значит, я сейчас здесь выставлю вам мой скайп, обращайтесь в скайп, сейчас я сюда напишу. Вот мой скайп, Вальдемар 13, какой фонд инвестировать все равно. Ну, это не совсем все равно, в какой фонд инвестировать, дорогие друзья, вы же понимаете. Кому все равно, какой фонд, тогда и результат будет. Это знаете, как кто читал, значит, «Алиса в стране чудес» там, да? Йоркширский кот спрашивает, или она, вернее, спрашивает, куда отсюда можно пройти у кота? Кот говорит, а куда вам нужно? А мне куда-нибудь. Ну, если вы пойдете прямо, то вы куда-нибудь точно придете. Но куда, неизвестно. Так и здесь, значит, в какой фонд ты инвестируешь? Да в какой-нибудь инвестировать. А какой результат вы хотите иметь. Если вы знаете в какой-нибудь фонд, ну, ждите какой-нибудь и результат тогда, понимаете? Поэтому здесь надо очень четко знать, что вы хотите и куда. Если это так, то это же круче струн. Земля-то совсем оскуднела. Конечно, конечно. Это не круче струн, но также важно. Вы же понимаете, ведь это начинает приобретать свою значимость. Я уже об этом говорил, что
если нету путевой структуры нового поколения, которая позволяет экологично, быстро, надежно передвигаться, то есть транснета нету, нет сети, сети нового поколения. Это не значит, что мы убрали полностью железнодорожный транспорт, убирали автомобильный, все убрали и только повисли на струнах. Нет, это правильно увязать на первом этапе всю систему, транснетовскую систему. Тогда появляется необходимость развития. То есть мы же сегодня не от хорошей жизни живем в больших городах, те, кто живут в больших городах. Просто вынуждены. Голод согнал людей сюда. Индустрия, индустриальный подход, индустриальный этап развития наш загнал нас сюда. Потому что выгодно было, чтобы от работы до завода было бы как можно ближе. Не более 5 километров, понимаете, да? Как строилось это все. Сейчас ничего в городах уже нет. Мы проводили в Таллине анализ. 99% жителей города Таллина, а их более 450 тысяч, является, из них, значит, там определенный процент дееспособных, они работают только на то, чтобы обслуживать друг друга. Я тебе шью ботинки, ты мне делаешь маникюр, я ему, он меня в бане парит там, кто-то мне шьет сюртук, кто-то мне делает шляпу, кто-то мне машину ремонтирует, я кому-то там еще что-то. И вот так вот все друг друга, потому что нечего больше делать. А производит кто? Все за городом, где-то в других местах, понимаете, да? Вот, и вот эта логика нарушается. А правильное построение транспорта, он позволит перевести в ближайшее же время, прийти к тому, чтобы локально, в экотехнопарках, в технопарках, в технокластерах осуществлять большие работы, не обязательно собравшись в одном месте, а жить около транспортной структуры, то есть в линейных поселках, линейных городах, вдоль трасс. Это вполне возможно. А в город, это не значит, что город перестанет существовать. Он потихонечку начнет сворачивать свои вещи. Не надо будет строить, как вот сейчас в Москве там рубятся насмерть, значит, что пятиэтажки снесем, что мы сюда построим. Да ничего туда не надо строить, дорогие друзья. Давайте говорите лучше о том, как вообще выехать из города. Что там такого вы нашли в этих пятиэтажках, дорогие мои? Все. Не дай бог что-то случится в городе, не дай бог что-то будет. Что мы там кушаем, чем мы там дышим? Вы меня понимаете, куда я клоню? Это не тема нашего вебинара, но мы об этом тоже будем говорить. На других конференциях, а то на 5 минут уже хочется так. Спасибо. То есть вот такие вот, дорогие друзья, тема, это тоже важно. Я не случайно эти картинки, они дают понятие и уверенность. Ведь, понимаете, мы в конце, знаете, какую мы черту подвели на встрече 13 числа? Мы подвели черту, что мы друг другу дали хорошего золотого пенделя. Кто понимает, что это такое? Ну, как бы, по попке дали, под задника, да? Вот, золотого. Потому что мы не смотрели и не лили мед на губу друг другу. Мы царапнули те проблемы, которые надо было. Это кто там? Дьяков у меня шарит. Алексей, это ты? А, да, Алексей, спасибо. Вот, и поэтому, значит, очень важно. И поэтому очень важно знать то, о чем мы хотим говорить. Вот, дорогие друзья. Эта технология, я повторю вам картинку, она позволяет нам выйти на адресные проекты, на осуществление этих проектов за счет тех технологий, которые эта технология, за счет тех проектов, которые эта технология позволяет, и каждый проект, будущий адресный, он будет иметь свои акции. Но мы сможем пользоваться этими акциями, которые сейчас у нас есть. Понимаете, это надо всегда помнить и знать. Мы знаем, что до конца осталось, до 15 этапа включительно, еще 150 миллионов инвестировать. Каждый из 6 этапов по 25 миллионов. Вот и считайте, как только это дело иссякнет, так мы уже и на пороге предбанники закрытия входа в головную компанию или в акции, или в, скажем, совладение головной технологии.
Истякли-то подробности в инвестициях? Нет, это я уже вам сказал и повторяться не буду. Значит, смотрите, здесь мы это обсуждали с вами. Я еще раз хочу вернуться к тому, что значит у нас с тем, как когда компания, если бы этим занялась компания Евразиан Real Estate Systems Holding, и что бы от этого было, сегодня более подробно вам сейчас быстро в течение 3 минут это покажу. Смотрите, на 5-м этапе мы знаем, сегодня задавали здесь вопрос, что 1500 акций обходятся мне, инвестору, в 2500 инвестиций. 10 раз по 250. Понятно, да? Это значит, что мои расходы, так называемые, 2500. 10-й этап, это будет обходиться 8900. Теперь, смотрите, это значит, что на 5-м этапе я перехожу на более мелкие. 100 тысяч акций, если 2500, то 100 тысяч акций мне обходились как инвестору в $166. На 10-м этапе это будет обходиться в $742. Теперь, что компания может сделать? Она может сказать, что, смотрите, я тебе, значит, плачу $371, отдай масло в свои акции, миллион, за 3710. Ты же здесь за 2,5 купил или стал владельцем. Выгодно же тебе уже? Выгодно. А отдам я инвесторам под залог, получу залог на те же 100 тысяч акций, 742. А масло увернул 371 его затраты. И то он уже больше получил, чем он инвестировал. Таким образом, на 11-м этапе это еще интересней. Видите, чуть дальше. Это к тому, что не надо спешить с этим делом, друзья. Там уже будет 960 за 100 тысяч акций. Здесь 166, тут 960. И уже можно будет за 500 акций, скажем, за $500 100 тысяч акций как бы вернуть обратно и получить еще плюс уже не 371, а плюс 460. И как это выглядит дальше, смотрите. Это выглядит таким образом, что если компания, значит, 1000 акций за $1000, миллион акций за $5000, да, в данной ситуации, то, что мы смотрели, смотрите, да, миллион за 5000. Допустим, вот он, ну не совсем миллион, ну допустим, вот он миллион за 5000, то таким образом, все то, что является прибыль, становится 400%, да? 400%, 5000 минус 1000, 4000, а это всего, дорогие друзья, за 3 года, если мы возьмем середины 2014-го, до середины 2017 года. 3 года. Это уже 133%, 3 годовых. Где вы видели такой, значит, хороший процент? Не видели. Кто-то скажет, ну мы же это пока не будем. Рассчитать-то мы уже можем это. А я полагаю, что этот процент будет еще лучше. Таким образом, смотрите, чем дальше, тем лучше может быть идти этот процесс. И таким образом Евразиан Real Estate Systems Holding от Иванова выкуп миллиона акций, вернее, да, миллион акций за 500, за 5000, отдает под инвестиции эти 5, этот миллион, да, Петрову, но уже на сумму 9600. Видели, да? 9600, вот она. Вот, на 11 этапе. Миллион, 100 тысяч акций за 960, миллион за 9600. Вот он, здесь. И что получается? И получается таким образом, что, с одной стороны, не надо никаких дополнительных денег компании Евразиан Real Estate Systems. Оно ведь во времени разносится процесс. Сначала процесс начался выкупа, они вышли, затем отдаются под инвестиции эти же самые ценные бумаги, внутренние, да, в 9600, и из этого 5000 отдается Иванову обратно, а 4600 прибыль компании, плюс акции ушли снова под инвестиции новые. Процесс продолжится. И их не надо брать из того количества, которое выделено под инвестиции. То есть это двойная выгода компании. И вот вопрос только в том, когда это будет понято и применено на реальных процессах, дорогие друзья.
И поэтому тут я, если меня спрашивают, что не лучше ли отдать фондам, я просто развожу руками. Я такого бизнеса не понимаю, зачем мы бизнес будем кому-то отдать. Да, это требует определенных разработок. Кто-то задает вопрос, ну да, как же у Иванова была дырка отсюда акций, там, у Петрова отсюда, там какие-то акции, как мы потом, как вы будут просто наполняться, что Степанов, который, или Петров, который покупает эти акции, он просто получается, что у него 1 000 000 или 100 000 отсюда акций, 100 000 отсюда, а 800 000 еще отсюда. Все. У него от номера такого по номер такой. Все. Это требует определенных информационно-технологических решений. Это элементарно делается. И акции, ведь мировой рынок так и работает. Но это уже когда биржа работает. Вообще перейдет на самофинансирование. Как компания после 15-го... Какая компания, Родион? Дело в том, что самофинансирование... там уже не самофинансирование. Она перейдет уже на самофинансирование за счет адресных проектов. Смотрите. Видите? Начинается адресный проект. Тот же самый, возьмем хотя бы индийский проект. Он финансирует... Индусы финансируют... проекты, они за него платят, они делают предоплату, у каждого проекта есть своя себестоимость, или так называемая стоимость расчетная, вот, и из этого исходят, то есть уже начинается полностью самоокупание, технология сама начинает работать, технология и Global Transport Investment начинает сама работать, начинает продаваться франшиза, как я сегодня уже говорил, производственных, производств простых, которые можно будет продавать, после того, когда отработана технология, четко расписаны от пункта до пункта, от А до Я, все расписано, чему должно тот подрядчик, который хочет квалифицироваться, готов это сделать, ему будет дана такая возможность, покупает эту франшизу, покупает уже отработанный, не начинает там выдумывать, откуда один какой-то заменитель, откуда другой, ему четко расписано, какой металл, какие марки, какие режимы сварки, какие роботы применять, в каком объеме, не полшага влево, не полшага вправо. Понятно, да? И эта франшиза передается. И четко известно, тогда и проще управлять себестоимостью или так называемой стоимостью подрядных работ. Я тебе говорю и даю франшизу, и говорю, что это должно, вот если ты это все выполнишь, это должно быть, дать тебе такую необходимую прибыль, чтобы ты развивался, но это не увеличит, и ты не будешь мне диктовать условия и, скажем так, не будешь давить меня, зажимать мне горло Global Transport Investment для того, чтобы я выставлял и проектировал и делал бы расчеты бюджета проекта в целом. Очень четко и очень просто это будет делаться. Это сейчас работа ведется, и это очень непростая работа. Идем далее, дорогие друзья, наше время подходит к концу, это мы видели. Ну вот и все в основном. Я основное вам сказал, хочу просто сказать, что еще раз, инвестиционный проект Skyway, что, значит, справка, о которой мы говорили, я просто напоминаю, там есть два шага. Первый шаг, подписывается соглашение о сотрудничестве, где указывает существо транспортной проблемы. Это кто хочет. Потому что многие же хотят начинать с чего? Вот я постоянно с этим сталкиваюсь. Люди говорят, о, у нас есть хорошая идея, нам надо из точки А в точку Б проехать. Хорошо, идея сама по себе хорошая. Но, а вы продумали? Нет. То есть, если вам придется подписать соглашение, если это не намерение, а не просто какие-то задумки одного, другого и третьего. Как только речь заходит о соглашении, о сотрудничестве, там надо указать очень четко, кто, что или что мы вместе с вами, кто мы подписываем проект или соглашение, понимаем, каковую транспортную проблему мы решаем. Зафиксировали, это первый шаг, значит, которую мы собираемся решить и какую мы цель ставим. Теперь обозначаются возможные исходные условия и данные. Еще мы исходим. Откуда мы привлекаем финансы? Прилагается план действий для подготовки проведения аванпроекта. Аванпроект, он в себе заключает целый ряд предварительных, так называемых, как бы, описаний, очень-очень небольших исследований. Вот, и описывается предполагаемые источники финансирования, организационная схема. Все, это первый шаг. Далее, как только мы это начали, создается рабочая группа, формируется схема финансирования предпроектных работ. Без этого ничего не будет. Головная компания, вы видели, да, что 320 человек сейчас, предполагается 500 по проекту уже,
наберут, буквально вот берут, постоянный набор идет, но у них нет времени отвлекаться. Они отвлекаются только на то, что, откуда поступают средства. А средства сегодня уже поступают из реальных, вот тут задавали вопрос, есть ли адресные? Есть! Из этих средств уже поступает целый ряд средств. И мы как бы удается финансировать, софинансировать. Потому что очень большие расходы идет на КБ, на конструкторский отдел. Очень немаленькие расходы. Что люди очень высоко квалифицированы, их надо оплачивать достойно. Так, как вы думаете, 18 уже выплачивают дивиденды? Я не исключаю, но вопрос в том, что значит, теоретически это возможно. Понимаете, дивиденд есть 1 цент и дивиденд есть 1 миллион. Вот между этим что-то мы получим. Можем получить вполне. Только вопрос в том, что, значит, для чего это делать и сколько. Если франшиза все распишет, то китайцы приобретут. Нет. Вы же поймите меня, Федора, правильно, что я же не говорю о франшизе технологий. Я говорю только о франшизе на элементарные, так называемые, ну, скажем, рутинные работы, которые связаны с металлоконструкциями, путевых структур, каких-то там бетонных работ, установки, подготовки опор, под опоры, гнезд и так далее, там еще чего-то там и так далее. А доводка, там, скажем так, натяжка струнных структур и так далее, это остается за монтажными бригадами, которые будут принадлежать головной компании, так что это не все так просто. Всем скорее вебцам. Спасибо, Андрей, за привет. Так, понятно, со вторым шагом тоже, с третьим шагом. Результат этих шагов является. И таким образом, как только вы эти два шага сделаете, что получается? Варианты технико-экономического обоснования, соответствующий бизнес-план. Два шага сделали, получили план решения целесообразности реализации проекта, визуализация результатов технических решений и так далее. Действующий макет, фрагмент транспортной системы М в масштабе 1 к 10. И это дает возможность для принятия решения по продолжению проекта. Но эти-то расходы надо делать. Они до 1% иногда занимают от стоимости проекта. Если проект 100 миллионов, то 1 миллион надо иметь. Это надо провести эти предпроектные два шага, получить вот эти результаты и дальше уже привлекать инвесторов или решить, а нам инвесторы не нужны. Мы сами начнем за счет своих акций это дело делать. Как это организационно делать, как здесь не промахнуться, об этом мы говорим на наших вебинарах. Приходите сюда. Мы еще к этому, еще все это только впереди. Я вам уже целый год это обещаю, но поверьте мне, я свое обещание выполню, дорогие друзья. Я был рад с вами встретиться. Я изголодался по этой встрече с вами. Уже долго мы не встречались. Вот. И в следующий четверг, мы с вами увидимся. Я как раз, по всей вероятности, к этому времени снова вернусь из Грузии. Желаю вам успехов в этой неделе. Будьте здоровы, берегите себя и ваших близких. До скорых встреч, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо, Алексей, за помощь.